рачишка решил использовать нанотехнологии, да, Маркет? Да, капитан Очевидность. Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортик, капитан Очевидность и нанотехнологии. Стайп 97. Что за нанотехнологии? Я экспериментирую. Приобрел я пару деталей для своего системного блока, специально для захвата видео. И, судя по всему, сейчас, если вы видите это видео, у меня все получилось. Видео должно быть в супер высоком качестве и 60 FPS. Может быть 50, но это уже не суть. Как вы видите, держится, вполне так держится FPS, где-то проседает там 80-90, бывает меньше, но это уже связано с игрой, а не с загруженностью процессора, программой. Детальки способствуют. Вот. И, леди и джентльмены, есть у меня для вас отличненький анекдот. Анекдот следующий. Такой горячий горец, южанин, пересекает границу, поехал он за границу. Да, рачишка. Да, капитан Очевидность, я об этом говорил. Ну, он не рачишка, как бы, он вообще не связан с этим совсем, но суть не в этом. Он пересекает... Хэдшот, детка, you get owned. Пересекает он границу и... Таможенники просят его заполнить таможенную декларацию. Он заполняет, все заполняет это дело на границе. И графа секс. Секс. А по-английски это что такое секс? Это пол просто, да? Мужской, женский. Он пишет 7 дней в неделю. Говорит, молодой человек, вы не поняли. Тут не об этом речь идет, а там мужчина, женщина. Если честно, это не принципиально. Да, ребятки, так оно и бывает. Везде такие найдутся. Так, тихо. Опаньки. Опаньки, вот так вот, да. Да-да-да-да-да-да. Опаньки, иди сюда, красавчик. Не, ну пока начало хорошее. Как вы могли видеть, я немножечко подкорректировал свою сенсу. С чем это связано? С мультикиллом, конечно. Я приобрел новый коврик, то есть у меня уже не один ковер был, но все они чем-то мне немножко не нравились. Потом я сделаю обзор на свои ковры, расскажу о них, о всех, но сейчас не об этом речь. В общем, я сделал точно ровно под ковер сенсу, и это очень удобно. Очень удобно, потому что можно всегда быстро измерить и настроить в любых играх одинаковую сенсу. А это очень важно, друзья. Очень и очень важно. Играть всегда на одной сенсе. Я не раз об этом говорил. Тихо! Вот так вот, красавчик. Тихо. Да ну, блин. Думбадзе, ты зачем меня убил? Лучше бы другого убил. Или для тебя это не принципиально. Может быть. Тихо. Да-да-да. Да. Эх. Опасно, опасно. Негры играют тут. Видели, да? Негр у него ник. Почему людям нравится ставить себе такие ники, вот? Все связано с чернокожими. Я ничего против не имею чернокожих, но я уверен, что вот 99 из 100 этих игроков это они вообще никакого отношения к чернокожим не имеют. Вообще никакого. То есть они даже не знакомы с такими, у них друзей нету. Но почему-то вот, тем не менее, нагиб случается. Так. Опаньки! О! Музончик у нас сегодня такой необычный такой. Ну, интересный, мне нравится. Мне, знаете, что-то напоминает. Это музыка из шутеров конца 90-х. Там вот это Sky-Fi, вот это научная фантастика космическая. Там были такие мотивы. Тихо. Опа, иди.
Вышибатель. Вышибатель. Ага. Я слышал вас, ребятки. Всех забрал. Вот это я понимаю. Вот это хороший хедхантер. Хотя вообще видео данное, оно не запланировано как хедхантер даже. Ну, уже как-то по привычке стреляю, стараюсь голову. Конечно, лучше бы я и в тело побольше зажимал, не только в голову, так оно эффективней. Но раз подфартило, то подфартило, пошло, поехало, нагиб случается. Все получается, very good, фига, double kill и взрыватель, соответственно. Немножко не хватило времени, был бы крушитель. Тихо, вот так, не надо шалить. Знаете, ребят, если сейчас все получится, и потом еще пару видосиков, и все будет получаться, это будет великолепно. Это значит, что с сентября видосы Double Head, видосики у нас будут все в 60 FPS, когда я приеду с рыбалок, с отдыха, все будет замечательно. Все будет просто великолепно. И качество видео само будет намного лучше. То есть, если это видео уже действительно в хорошем качестве, оставляйте, кстати, свои комментарии, как вам качество видео, как вам FPS, плавность картинки и так далее. Если видео это вы увидели, значит, все нормально, значит, все получилось. Вот. Я думаю, уже должно быть очень хорошо. По идее, те настройки, которые сейчас я использую, это максимально рекомендуемые Ютубом. То есть, выше просто никакого уже эффекта не будет. Это максимум, который можно выжать при работе с видеохостингом. Так. И что я хочу вам сказать? Что-то мы туда-сюда, там, вышибатель, мозголомчик, анекдот про мне принципиально. И вот уже игра подходит к концу. Очень быстрый, резвый, напряженный такой бой получился. Мне очень и очень улыбнулась фортуна. Я сделал, причем достаточно так просто, реально это было просто. Я сделал вышибателя мозгов. И, собственно говоря, это нагиб. Давайте что-нибудь напоследок. Тихо. О, тихо. Давай. Вот так, дабл килл. И оп. Мультикилл. Нагиб. Это нагиб, капитан очевидность. Он совершенно прав. Да, ребятки, весело, прикольно. Хотя я не скажу, что вот сейчас у меня было такое прям супер веселое такой заряд. Он какой-то просто энергичный был. Конечно, все зависит от музыки. Данная музыка энергичная, соответственно, и я энергичный. Вот. Поэтому 48 фрагов, 30 хедшотов, 2,7, 25% меткости. Поэтому, если качество вам понравилось, а само видео было достаточно ритмичным, мелодичным и достаточно хедшотным, то вступайте в нашу армию, нагибайте всех. Увидимся с вами.